На конкурс дети читают стихи. Читает Заворотная Валерия, 11 лет. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Отрывок. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Откажешь мне в ответе, не дал ли на свете ты царевне молодой, я жених ее, постой, отвечает ветер буйный, там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в ней глубокая нора. В той норе в одни печальной гроб качается хрустальный, на цепях между столбов не видать ничьих следов, в круг того пустого места, в том гробу твоя невеста.